О, смотри, там Duo 04. Duo 04, 53-55. Эй, дорогие друзья, с вами, как всегда, Диего, аркер профессиональный. Вы просили Duo, Duo вот начинается. Со мной играет Шинида. Привет. Всем привет. Сейчас мы будем максимальную развалочку проводить и ушатывать, правильно? Да, что у нас сегодня тоже Фродо и Гэндальф? Конечно. Мы играем таким сквадом, Фродо Гэндальф. Я загружаю вот этого мальчика, такой вот, цвет ему не меняю, потому можно что... Можно еще сделать Леголаса и этого, как его, ё-моё. Арагорна? Гимли. Слушай, а давай. Давай Леголас, ты Гимли. Да нет, давай наоборот, я Гимли, ты Леголас, давай. Поздно, тут надо быстро заходить. В смысле? Ну, что там значит, же 50 чем-то было человек. Так я уже в катке. Не успеешь. А нужно создать выжившего надо? Ну да. Обязательно тебя, создать им, да? Тебя кикнут. Кикнут! Гребаные кикеры! Воин! Я успел создать только воина, все. Меня не кикнули? Меня не кикнули. Вот зачем я создал кого-то лоха? Ладно, я его смотрю. Короче, Фродо и воин. Какой-то схват не очень. Ладно, раз он воин, я из него сделаю воина. Мой воин вот так будет выглядеть. Воин максимально вырастет с пшеничными волосами. Все, вот он я. Где ты там? Давай я тебя найду. Ты посередине где-то, да? Фродо. Фродо, мальчик мой, ты где? Я на центре, вот где свистуны гребаные. Давай иди в трайп, я тебя принимаю. Ё-моё. Это мой воин. Просто жесть. Давай уходим от свистунов подальше. Не, ну по канону Росомаха он невысокий. Вот так вот, нет, чуть-чуть побольше волос ему надо. У него же площадка там такая. Слушайте, человек, сейчас запустится, минута. Все, отлично, смотри, вот мой Росомах, как тебе? А у него не такие большие бакенбарды, блин. В принципе, пойдет. Похож? Вот такие, во, смотри, вот так, да? Тебе надо было это X сделать. Чё за X? Ты меня не можешь так покрасить. Стой. Не могу? А, можешь. Ты мне X хочешь сделать? Жди, я сейчас такой да X сделаю. Блин, я не могу развернуть тебя. Сейчас я тебе X сделаю, что ты охренеешь. А как тебе развернуть? Тебе нарисую сторожевую башню. Понятно. Вот, нас окушком. Блин, Шинида, подожди, я тебе рисую сторожевую башню. Какую-то хрень нарисовал мне на спине, ё-моё. Из сторожевой башни, вот на, еще одна. Замок у тебя короля Артура, все. Золотые купола, блин, нарисовал мне. Фиолетовые. Нет, замок короля Артура, не надо путать. Это хрень. Каточка начинается и понеслась. Единственное, что мы не нарисовали, это знамя. Знамя победы. Так, смотри, такая тактика у меня. Мою тактику, в принципе, ты знаешь. Смотри, дракон рядом. Я предлагаю нафиг приручить дракона. Как тебе? Ты хочешь? Ну что, можно попытаться? Мы можем попробовать. Он лучше будет, чем этот... Чем кто? Да, он посильнее, получше. Тогда прыгаем в секвою и понеслась. Лучей, конечно, до хрена. Ты говори, когда прыгать. Хорошо, мы будем прыгать в секвою, копим 400 монет и идем к дракону. Заберем его себе. Я сразу. Ну да. Слушай, на самом деле он бесполезный. Давай вот сюда вот прыгнем, как по стандарту. На самом деле, нахрен, да? Да, прыгай вниз, все, понеслась. Может быть, потом придем к дракону. Может быть, когда-нибудь. Может быть, когда-нибудь. Может быть, когда-нибудь. Смотри, на наши лучи летят. В самый низ на луч. Сейчас тут замес будет, вот сюда. Давай, мальчик, сейчас тут будет жесткий замес. И готовься. Блин, я... Ты где вообще? Я на луч полетел, ты где? На какой именно? Вот, я тебе показал, вот я внизу. И не туда. Ты где, Шинида? Полетел. Так, ты я лечу к тебе. Все, лети ко все, мне. Я упал. А я вообще на другом берегу. Я думал на другой луч лететь. Пипец. Я уже с микрочами тут дерусь, жесть. Они, оказывается, мощные такие. Лень, налетают на меня. Жалко, их томить нельзя. Я бы натомил и всех скидывал. Так, тут раптеры есть. Понятно. Что у тебя там? А ты... у меня тут какая ни хрена нету. А ты где вообще? Так, а этого гигантопитека можно приручить? Можно. Ты ж от меня 540 метров. Да. Почему так далеко от меня? Блин, вот эти драконы. Они меня вшатают? Блин, тут миллион рапторов, я их накалываю. Они меня вшатают. Тебя там доны убивают? Не, я пока в воде. Они с Федей воюют пока что. Федя меня спас. Спасибо, Федя. Отлично. Это Петя, а не Федя. Ты чё Петьку обзываешь, да, ты Федей? Да, у меня он Федя. Так, стамины, ни хрена нет, они за мной побежали. Шинида, выживай, потому что у меня всё хорошо. Я на карначе, у меня всё зашибись.
Ты смотри, да не засматривайся. Тут вообще никого нету, кого приручить можно. Так приручай уже кого-нибудь и ко мне дуй давай. Да блин, тут эти пигамастексы, ё-моё. Что с ними делать? Пигамастаксы? Да просто скажи им гуляйте и все. О, динозавр. Динозавра пока что не могу. Не, спина ща ты не трогай. Мальчик, ты не... Переплыть меня эти пираньи, короче, в шатай. Тогда ищи живку. Оленя кого-нибудь попробуй притомить. Олень Карна. Сильный. Кого? Карна, ну, интересно. Карна. Карна сможешь, да. Сможешь, Карна. Я Карнача уже притомил себе. Он томится с обычного копья. Ну, да блин, я пытаюсь... Ты умер? Ой. Ты умер, так, Шинида. Быстро. Не. Все нормально, я живу. У меня вот проблемы тут со стегозаврами. Как? Понимаешь, когда стегозавр берет меня и накалывает на свою патендрей, у меня, в общем, графика меняется в игре почему-то. Как себя отхилить? Себя? F зажимай там мешки с кровью. Все. Просто вот они берут меня и графику портят. Блин, гребаные пираньи. Отстаньте. Ты давай там с пираньями хоть не поотлетай. Я так полагаю, тебе надо живку приручить какую-нибудь, да? Ты, кстати, смотрел, где зона вообще? Вообще пофиг, ну, это вообще первоначальная зона. Не бойся первоначальной зоны, не бойся ее. Это ты? Да, это ты. Я. Красава, что Карнача притомил. Там пацаны, видишь, синее знамя? Давай за мной, братан. Вот иду. Давай, вон они, на кошках. Нафиг, ты уже первый уровень качал. Братанчик, давай. Помогай. Давай. Я кровотечение наношу, вкушай. Они не смогут убежать под кровотечением. За пацанами, Шинида. Шинида, не упусти пацанов. У него стамина закончилась. У него тоже стамина закончилась. Блин, он... Шинида, у него базука, Шинида, у пацана. Он меня убил, Шинида! Блин. Живи. Убил? Убил меня. Я убил. Скинул его. Доедай, пацана, доедай. Ёшкино-трёшкино. Вон, видишь, он на моем Карначе, Шинида. Убей его. Как мужчина, убей его. Так, мне стамина нужна. Блин, почему так... Ой, у него еще и алозавр. Охренеть. Ёперный театр. Отступи и притоми мне какую-нибудь живку, срочным образом. Беги, братан. Все, они тебя нагонят, тебе, ты не жилец. Они тебя догонят. А тут еще спинач впереди. Все, они тебя... Ой, там еще чувак. Ой, еще эти резина какой-то. Еще блин, он везет. Меня просто... Вон еще пацан какой-то стоит, смотри. Что ему надо? Че он стоит? Это читер. Это читер. Все, мы с читаками в катке. Бля, что это за замес такой? Шинида, притоми этого Карнача, притоми его. Загрязи и притоми. Томи сразу его, томи. Блин, пацана слить надо тебе? Томи, братан его. Я его под контроль возьму. Он стреляет. Давай, Карна, помогай мне. Седаю, все, я пацана съем. Ты на моем? Да, я на твоем, беги, Шинида! Все, я умер. Шинида, беги. Шинида, беги. Ты не победишь его. Беги, брат. Я думал, это дикий. Нет, это не дикий. Это дикий угар. Все. Просто беги. Блин, каточка какая-то шибанутая начинается. Вон сзади бомжи, голожопые прям. Отхилься и убей их, стамину пополни. Ты про тех надо? Да. Нет, по прямой тебя, по прямой, вон бомжи за камнями. Где? Сзади, строго сзади тебя. Вон два бомжа. Левее, вон скачут. Вижу. Бодай их. Правый обязательно. Правый, поддевай его. Блин. Ну как ты глупый. Вон, правый, поддевай его. Вижу. Стамины нет просто. У него базука! Убей его! Шинид, не дай ему выжить, базуку забери! Отомщу! Отомсти, брат! И базуку забери! Блин, стамины нет. Тупо стамины нет. Он сейчас меня выстрелит. Не, его барионик сейчас убьет. Если его Барионикс убьет, мы без базуки останемся. Все, убил. Жизнь. Притоми мне Барионикса. Останется, не? Притоми мне Барика. Блин, чтобы он меня не скинул. Как-то там, надо видишь, его заманить. Вижу. Я вот это и хочу.
Он не выходит. Ой, идет за тобой, идет. Дами. Давай, дами, я в него вселюсь. Давай. Давай, вселяйся. Шинида, там пацан. О, огнемет, что за хрень? Это не огнемет, а тебя это, огненной стрелой подожгли. Убить, убить. А, это этот, что ли? Это голожопый какой-то пупс. Почему он не боится умереть? Вот от Барионикса. Убил? Нет. Давай, оглушай. Ля, у него сишка. Вот он. Есть, минус. Мне почему-то опыт не идет, то есть я не могу качать. Забери в сумочке что-то у него, базука или что, сишка. А, я ж оделся от него. А я голопуп, голожоп. Ладно, погнали. Весь его лут мне скинули. Получается, что тебе придется качать не этого. А, не, я качаю нормально живку. Блин, все. Знаешь, что нам нужно в зону идти? Это уже. Я знаю. Пойдем, значит, раз нужно, идем. Нужно в зону. Раз нужно, давай идем. Идем уже. Блин, там это Терезина. Шинида, пойдем к дракону. Пойдем, братан, к дракону, притомим его. Там Терезина впереди. Пофиг на нее. Ты идешь, нет? Да, я ж медленный. Я ж не такой быстрый в воде. Мы можем успеть притомить себе это. Что там, блин, очки тратишь? Не трать очки. На хил. Нам надо этого справа чуваки бьются. Похрен на них, пошли дракона притомим. Главное, чтобы они по нас шудуш сейчас не пошли. Не пойдут. Сзади. Это Брудмадер. Тот чел на кошке, это нормально, мы его уничтожим. У тебя тир один есть? Нету еще. Вот он впереди. Съел. Микрач. А он меня скинуть-то не может? Есть, минус один. Убил. Беги, Шин, беги. Беги, братан. Резина тебя зарежет. Просто. Все, беги, минус... Шин! Минус Карна. Ты умер? Нос там. Не, я не умер. Беги, просто беги тогда. Я убежал, но он за тобой бежит. По-моему. А за мной пофиг. Я всего лишь живка. Пытаются выжечь, так, представляешь? Кого-то сейчас. Кого-то. Они попали в меня, Шинида, я умер. Медведя. Нет, не осилишь медведя копьем, нет. Беги. Так глупо умереть от медведя, ты хочешь? Металлическим сможешь. Давай, Шин, накалывай его. Блин, что это у меня за ролик? Игра без живки просто. Тупость. Какая-то тупизна. Так, все, я медведя взял. Давай, срочно какую-нибудь живку томи для меня. Прям срочно. Сейчас, секунду. Оленя? Так давай дракону, Шинида, все, просто за всех галопов бежи к дракону, ты быстрый. Отметил тебе дракона. Да блин, давай. Просто Шинида за всех опор, не успеешь, беги, брат. Нам нужен этот дракон. Ты вселишься дракона? Я вселюсь дракона. Ты главное по пути еще по фарме это токенов. Только по пути, не надо сворачивать. Вон, карначи, справа. Не бей этих лохов! Этого, Галимова. О, убивай Галимова. Вон, карнача, справа убивай. Все, 401, беги к дракону. Прямым ходом. Ты близко уже. Блин, главное, чтобы меня тут сейчас не съели. Я тебе пометил. Там кто-то уже бьется с дракона. Видишь, тир 3 какой-то челик. Ой. Беги. Я вселюсь в дракона. Стамины мало. Пополняй стамину. Надо стамину. Шинида, сделай это. Сделай это, притоми дракона. Блин, там дракона уже. Нет, его не притомили еще. Нет? Нет, иди. А, он двигается. А это дракон, да? Он двигается, да? Это дракон, все, дракона притомили, ублюдки какие-то. Не бойся его. Я просто надписи не видел. Он тебя не победит. Думаешь? Думаю, знаю. Ты прикалываешься? Нет, он тебя не победит. Так, давай я тебе что-нибудь приручу. Давай. На болоте. Нет, блин, помойку мне не приручай никакую. И крокодилами не надо. Давай дальше, беги просто в зону. Я скажу, кого мне надо. Капразуха, давай попробуем. Он медленный, нет, он медленный, не хочу. Ой, сейчас меня скинут. Слушай, а притоми-ка капразуха мне, а вдруг он наездников скидывает? Думаешь? Да, притоми капразуха. Чего ты не будешь возвращаться, ты около зоны, не парься. Барионикса не хочу, хочу капразуха.
Потому что я помогать тебе тогда буду. Прикалываешься, что ли? Нет. Представляешь, я буду скидывать седла, а ты будешь доедать. Тандем у нас. Окей, давай попробуем. Так, где они были? Вот они. Летают. А, Томи. Да блин. Не надо слезать. Смотри, съешь Сарка аккуратненько, отведи его. А, я могу с него. Да, ты с него. Они меня сбивают. Они сбивают, отойди подальше. Нет, ты умираешь. Да я вижу. Хорош. Отхиливай живку. Все, приручай. Воина мне такого. Явка. Видишь, он дорогой, 41, значит он что-то может, мне кажется. 54 вроде. Блин, другой! Меня скинул! Помогаю, где ты? Вот он сзади. Взять и этого может? Нет, я его съел уже, его не взять. Так, все, давай так, в зоночку, давай пофиг. В зону. Да. Блин, играю за... играю за живку целый выпуск. Ну ладно, посмотрю, как ребятам такое зайдет, не знаю. Не очень формат, но, пацаны, что имеем, ценим. Шинида, брось ты эту затею, там драться. Ты с кем дерешься? Зато поиграл сегодня за всех. За всех, кого можно. Практически, да. Так, надо как-то забегать наверх. Так, не надо наверх, не надо наверх. Там дальше нормальный заход. Зачем ты лезешь на гору? Водоед. Почему нормально? Не очень-то нормально. Так, мне... Вижу медведя. Может, медведя тебе? Медведя? А как же Капразух? Медведей тоже норм. Но мы можем двух медведях бегать, как воины. Ну да, себе медведя второго приручу. В смысле себе? Где я? Где я его видел? Себе он приручит. Вы слышали его? Че он с кем-то... А где медведь? Я медведя видел. Все, что нет медведя. Это амфиомия была. Где ты медведя видел? Не, впереди, не? Микрачи, Шинида, аккуратно, микрач тебя скинет. Ой. Медведь его разорвет. Главное, чтобы в бою медведь такое не сделалось. Смотри, сколько их. Не да? Один, блин. Так, Шинида, прокачай ко мне этого, тир-1, пожалуйста. Тир-1? Через R, да. Ты не слезай живочки. А, я не вижу. Я не могу прокачать. Нету вот этой фигни. R? А, кнопки R нету? Не, нету, у тебя нету. У твоего. А если я отдам его? А ну-ка, сейчас попробуй. А, вот сейчас могу. Давай. Так. Ты скажи мне... Все, отхиливай теперь, отхиливай. Так. Красава. Сейчас снова прокачку, да? Не хватит, не надо тратить. Все. Я вот себе, наверное, немножко прокачаю. Во. И тоже отхилю чуть-чуть. Давай этих членоголовок шатать. Топтать их давай. Давай. Нюхом будем топтать. О. Нормально. Слушай, а мы сильно разваливаем, ты в курсе? Урон какой-то у нас дикий. Ну, как для первого тира. Логично. Пацаны, смотри, отскакивают, а мы живем на отцовской земле. Вон крокодайл, пойду его вшатаю. Ему дэмэдж ношу, вот так вот. Интересно, тебя с живки может скинуть? Нет, другой? Нет, не может. Прозвук. Не может, я же как эффект. Не может он. Ой, змеи травить пытаются. У вас ничего не выйдет, змеи. Так, у меня тир 2. В принципе, я сам могу себя отхиливать. Да? Да. О, кстати, с этого нормально дают. 50 с чем-то поинтов. Да, он дорогущий. А эти по 40, смотри, это легкая мишень вообще. Я про големимых говорю. Они вообще легкая мишень по 41. Карнач. Карна какой-то бежит. Что-то у него тоже текстура замылилась. Блин, надо быстро качать уровень, потому что... Давай, сейчас тут будем прокачивать, иди сюда. Мне какой-то страдали.
Здоровяков нужно шатать, и вот галимых тоже можно, с них много опыта идет. Жалко, дракона мы не притомили, вот это жалко действительно. Ну да. Ну, тут, наверное, надо сразу прыгать туда и где-то рядом набирать поинты. Что прям сразу. Ладно, пофиг. Мы уже топ-16, по крайней мере. Так, ну, хотя бы в десятку зайти. Да. Тогда можно будет о чем-то говорить. Блин, у меня опять текстуры что-то поплыли, я не понимаю, что это. Ребята, у кого-нибудь было такое, что берут текстуры и плывут? Это арк. Не, у меня такого не было. Блин, ни хрена себе тут трандонов. Может, надо было трандона притомить, я бы за него поиграл с удовольствием снова. Ну, мне кажется, он слабенький. Ну такой. То есть его убить легко. Давай за мной. Один-два раза по нему попали и все. Погнали вот сюда. К лучу пойдем. Вот это дома. Пофиг на них, погнали. Там мало дают, 4 поинта. Трандоны, да, дешевые они. Геморроя, как всегда, много, но при этом они дешевые. Там луч. Вижу. 60 поинтов. Вот что нужно жрать. Конечно, слушай, там фиолетовый луч, он тебе нужен для брони. Кстати, да, я бы оделся, у меня броня почти убитая. И синий. Ну, синяя фигня. Всех шатай, и Галимова, и такого, и сякого. А нет, а там красный, давай лучше на красный. Красный важнее. Пошли. За красный, возможно, битва будет. И зона очень далеко. Дожидаемся красной и уходим. Какой я жив? А ты не можешь отдать луч, нет, да? Нет, конечно. Тем более, зачем они мне? Тут же оружие и броня. Куда ее надену? Так, ну вроде... Но там сзади идет кто-то сюда. Тоже третий уровень. Блин, он далеко, еще лучше. Нормально, нормально. Сейчас добежим. Но быстрее. Так, тебе много до третьего уровня? Еще полуровня. Блин, непонятно, двигается. Слушай, сюда, третий приближается, сюда. Да. Ну да, 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 я про них и говорю. Успей. А это дракон. Не-не, это дракон. Он сюда не движется. А, да, это дракон. Успеем, конечно. Других вроде нет пока. Так, ужасные птицы. Но тут живка очень быстро резается. Ну, ты имеешь в лесу в секвой, что ли? Не, вообще, то есть ты съедаешь там буквально пару минут и... Ну и другая. Правильно, давай, бери дропчик и погнали. Так, R. Чё ж ты-то никак, нет, не запомнишь, что не надо слезать живки. Это может тебе тренда прийти за такое. Так. Фиолетовый луч теперь шини, да, фиолетовый. Ну там, короче, убивает нормально этот дракон, 900 метров. А, или это не дракон, нет, это не дракон. Кольцо пошло, иди сюда. Давай фиолетовый лутаем и погнали дальше. О, ё-моё, мы не в зоне. Да-да, лутай фиолетовый. Чё там? Проверь, может у тебя огнемет есть с красного луча, что какое у тебя оружие есть. F зажми. Так, у меня есть тишки, есть гарпун, гранаты. Огнемета нет, да? Стрелы огненные, гранатомет. Отличная штука, запомни этот слот. Все, пошли. Так, а как его убрать из рук сейчас? Сейчас никак... А, обычно берешь и все. А, на кью просто. Да. Да, Раптор, уйди нахрен отсюда. Погнали, Шинида. Зона идет. Так, все. Двигаемся. Топ-15 вошли, но это нас не устраивает. Это нас не волнует. Вкину. А тем мне много осталось? Если немного, можешь кинуть. Давай, давай, то остальное в меня будем тратить. Да. Фармим. О, смотри, сколько змей. Просто кодла. Вот так вот. Сюда. Ой, вкусненькие. Ну, урон, конечно, такой нормальный. Урон носится, но не знаю, будет ли он носиться врагу такой же урон.
Ну да, потому что... Это пока что дикая живка. Да, показывает хпшки у моего этого медведя. Справа, смотри, какие жесткие пацаны стоят. Я там ни на кого напрыгнуть не смогу, Шини, надо валить. Они сюда идут. Валим, они валим, валим. Идут. Уплывай. Они плавают быстро. Вот эти. Через вот эти уходить камни. Через бурлаки, бурланы эти. Давай формай... Опа! За мной этот бежит! Барионикс. Ухожу. Нет, помощь просто, нужна. Просто прыгну. Втаптывай. Так, надо качнуть. Близко этот дракон. О, сзади еще Терезинка, смотри. Слушай, я тир 3. С Терезинки вроде смогу скинуть, нет? Нет, не она знаю. Слишком высокая. С горы, с горы сейчас спрыгну на нее. Шинида, готовься, я буду скидывать сейчас Терезины. Готов? Давай. Да. Сейчас на меня пойдет, я скину, смотри. Зона идет, пофиг, зона пофиг, идет. Шинида, снесем и убежим. Давай. Короче, пробуем. Нет, нет, не получилось. Не получилось, братанчик, беги. Я сваливаю. А, я не сваливаю. Шинида, беги. Блин. Ты бежишь? Это ГБ. Ты умираешь? Беги. Не, пока нет. Ну, уже все. Меня догнали тупо. Я живой еще. В зону иди, у нас... в зону иди, отхиливайся, отхиливайся. Не могу, кулдаун у меня. А. Все, я между зажат. Там за туманами. В зону. Я в зоне. Блин, что тут до хрена людей. Гига вон, на, видишь гига? Народу. Вон на гига. Нет, не вижу. Слева от меня, вон на. Где? Вон гига. А, слева? Да, вон стоит, видишь? А, все, вижу. Валюка нахрен отсюда, да? Блин, гига это, конечно, мощно. Так что, я соло остался? Дракон, смотри сверху. Смотри, там дракон дышит на них. Ой! Беги, беги, прыгай, прыгай, прыгай. Ты должен победить. Ты должен победить? Это вряд ли, братан. Сдохли. Просто беги. Я уплыву от него, я уплыву. Бум, блин! Барионикс, какого хрена? Ну смотри, если бы ты был жив, тебя бы скинулись. Ну да, там такая армия была. Ляка ты. Все на меня, смотри на них. Не, лучше уходи. Не, мои. Ухожу, Шинида, я ухожу. Я живой. Ты должен, говорит, победить. Я не могу победить-то. Смотри, 11. 10 уже. Топ-10. Во, мы зашли. 10 осталось. И мы в топ-10. Да, мы топ-10 взяли. Слушай, сейчас ребят, наверное, переживают за меня. Просто пипец. Ребят, не переживайте. Я их всех уничтожу. Смотри, знаешь, как можно сделать? Как? Просто заныкаться, просто просидеть где-то. Не получится, братанчик, потому что я тир 3, меня видно на карте. Ага, типа... Да. Ну да, по идее, да. Был бы тир 1, да, тебя да. бы не видно. Но... Я мог бы заныкаться, да. А так все. Смотри, какая там сзади вижу. Армия идет. Слушай, а мы в принципе в воде будем, я смогу там себя хорошо чувствовать. Если зона будет в воде? Да, она и так в воде. Часть зоны в воде. Ну, давай. Прыжок, блин. О-о-о. Блин, ну дракон, смотри, он живет. Живет, дракон сильный, живет? Потому что он сильный. Но у него мало хп, его забить можно. Но он дамажный. Ну смотри, он там, короче, на пацанов с эти, где там гига была, он, короче, сверху дышал на них. Капец. Смотри, он живет до сих пор. Разносик, наверное, провел. Я думаю, его сожрут. Ну-ка, я смогу сейчас живку для тебя притомить? Наверное, нет. Нет. Нет, play to tame. Ты не можешь... Я не могу, пипец. Было бы слишком имбово, чтобы там... Друг друга могли, да, вызволять? Да. Не, я не знаю. Да. И лутать не могу. И лучше а уничтожить могу, ну, его? Да. Не могу. Пипец, ну я в зоне. Надо зашкириться где-нибудь там. Так. Но мое сейвовое место это вода. Чисто, я просто в воду буду прятаться и все. Иди чисто, там все сзади, да. Хреново тут просто...
мелкая. Глубина, глубины нету. Ну, какая разница, глубины нет, а они все равно замедляться будут. Да, но видишь, если заплывет какой-то этот спинозавр, то тебя очень быстро... Сбреет, да. Ушатает. Ушатает. Грустно, конечно, какой-то вонючий спинозавр меня ушатать может. Отвали, Барик. Надо было тебе какую-то живку посильнее взять. Так мне, может, уже... Взяли, может, мы... Ты скидывал, да, пацанов, а в итоге не получилось. В итоге ни хрена не получилось. Вон, глянь, чел какие-то, вон плавают. Но они мне не страшны. А ты тупо не попал по нему или просто не смог скинуть? Не-не, я попал, наверное. Он не скидывает. Ну, значит, может, он не скидывает, если, типа, игрока нету. Смотри, смотри, скачет тут. Умник. На карначе своем. Пойду карнача ему солью. Ты прикалываешься? Он сейчас тебе кровоток сделает. Воду, воду, воду. Красава. Да-да-да, я ему увидел, спинника съел. Нехрен тут томить. Нашелся томильщик. Под музыку, под такую эпичную я вытворяю тут. А? Ну смотри, никто не умер. Смотри, до сих пор десятка. Опа! Держится. О, за тобой, за тобой, за тобой. Вали, 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 вали. Держись, держись в зоне. Держусь, держусь в зоне. Блин, ну сумчатый он сильный. Ой, пиранья. Конечно, сильная, но плавает он так себе, как топор. И дракон сюда идет. Да. Сейчас он там их задышит всех. А я по зоне пойду, смотри, я... мне на них похрен. Прикинь, в конце останется этот капразухий дракон. Ну слушай, это будет легендарная битва. И ты такой сбриваешь, короче, пацана с дракона и убиваешь. Ага, конечно. А дракон на пассиве, да? Мечтать не вредно, да? Угу. Слушай, я в зоне, прикинь. Сейчас дракон пусть задышит кого-нибудь там. Не, они все рассредоточены. Они до сих пор десятером. Да, 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 да. Рассредоточены прям так. Ребят. Какие там договорняк. Ребят, пишите в комментариях, как вам такая каточка, где я играю просто за животных. Тебе двигать нужно. Тебе двигать нужно. Зона. Ну я пойду в зону. Да, туда. Там тоже вода, кстати. Ой, Шинида. За мной выехал да кто-то. Да не, не идите, поднимайся. Так за мной выехали. Гига там выехала. Сейчас, сейчас, вижу, вижу. Ой. Вижу. Сейчас вижу. С Гиги скидывать надо, наверное. Что-то прям, прям как-то жестко. Да какой, блин. Там, наверное, один укус и тебя нету. 780 хп, это вообще ни о чем. Жесть. Интересно, сколько она тут кусает? Я думаю, не так, не так, как в игре. Смотри, пацан своими карначами живет. Он же ни о чем, этот челик. А я мимо всех сейчас проплыву в наглую. Блин, мне в другую реку надо, Шинида. О, смотри, смотри, кто-то кого-то убил. Только что. Это живку убивают, не людей, не людей. Ну да, пока, пока живку. Ну что, здесь... впереди. Осторожно, там кто-то есть. Они везде, и впереди, блин, и сзади. Тут везде. Мне воду тут надо, везде. Мне надо воду. Вон Гига. Блин, а пусть идет, пусть идет. Я вот в этой воде побуду, надеюсь, она не против. Еще ютик, ни хрена себе. У них я ютик, тут посижу я чуть-чуть, надеюсь, они не против. Гига, отвали. Нет, отвали. Они такие смотрят. Да, да. Типа, чувак на капразухе. Смотри, там договорняк какой-то, или они в одном трайбе? Не, они в одном трайбе. Ну, блин, смотри. Беги, беги, беги. Дракона убили, прикинь? Дракону тренды дали. Да ладно. Да. Серьезно? Угу. Да, 9 осталось. Капец, я думал, дракон в топ зайдет. Нет, нет, я же тебе сказал, боссы в топ не входят обычно. Блин, а какой тогда смысл их томить? Вот, чтоб в самом начале тренды раздавать. Да. Меня кто-нибудь хочет оттрендошить? Сейчас я камеру... Ну, пока... Ютик бежит. Осторожно. Пока не прыгаем. Можно было не прыгать. Наверное. А меня не пропустят наверх, наверное, да? Да не, скорее всего, нет. Тебе обходить надо будет. Могу по короткой. Я лучше по короткой обойду. Вон там. Ну, у тебя 20 секунд осталось.
Пусть они там дерутся, быстро. А вон они начинают сейчас драку, я по короткой обойду. А они просто меня в зоне будут ждать, представляешь? Блин, там замес, там замес. Нет, это за мной. Че не смотрит на там меня? Сзади, на диадоне. Там отлетают, там пацаны замес устраивают. Уже 8, видишь? 8, да. Ля, они меня ждут, хитрые. Сможешь прыгнуть мимо гиги? Попробую. С правой стороны, наверное. Не слева, с правой, там где вода. Ну ладно, давай так. Ты в зоне. Включает хил сразу. Блин, я ни хрена не нормально, вижу. Нормально, нормально, живу. Ладно. Я живу, братанчик, прикинь. Все, они на других... Да-да-да, там замес у них свой. Включились, да-да-да. Ёперный театр! Я в топе 8 пока живу. Ух. Жарко, да? Ну да, немножко потненько. Пипец. Осторожно, я тебя дать порту. Ой, Шинеда! Иди! Бегу, иди, бегу! Беги. Не, только не гиги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Диадон тут. Непонятно, что происходит. Нет, а зона не тут, зона не тут, зона наверху. Они ловят меня. Давай, прыгай! Прыгай, 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 прыгай. А ты сможешь тут прыгнуть? Нет. Нет! Нет! Блин. Я отскочил. Это был топ-8. Топ-8. Пипец. Просто на одной живочке жил, как царь Елисей. Кто это такой, я не знаю, конечно. Не самая сильная живка вообще. Ну, ну жил. Посмотри, там замес начинаются. Он. Они просто, смотри, как секунды стоят, друг на друга смотрят. Конечно, у меня было мало шансов. Да, что-то прям... Очканы. На ногах. На ногах есть, да? Черепаха, блин, да. Чувак зеленый. Да, черепаху отправил, короче. Стой, только не говори, что он летает в небе. Не-не-не. Он, короче, сишки, походу, поставил на... О, вот, стреляет. А как он выглядит? В металлической броне уже нет. Его убили? Трайбов хе-хе-хе. Но он слитый уже, да? Все, все, его убили. Он не читак. Смотри, замес начинается. Я не понял, что за движуха. У него черепаха была, он черепаху. Ты думал, там какой-то жесткий мув у него, да? Гигу слили, смотри, как быстро. Ты видишь, как быстро гигу слили? Да, очень быстро слили, за 5 секунд. Вот такие тут замесы. Все, я не хочу за ними наблюдать. Выхожу в меню, я расстроен. Ну ничего, думаю, в следующей катке, может, да. Давай посмотрим, давай посмотрим, кто... Я ливнул уже в меню. Ну их блин, нахрен. Давай я тебе буду подсказывать. Ой, ладно, давай, сейчас попрощаемся с ребятами и досмотрим. Давай. В общем, мне понравилась каточка, как я играл мало времени, Шинида томил живку для меня, поэтому все было нормально. Пишите свое мнение в комментариях. В общем, с вами был, как всегда, Диего, Орки Профессионали и Шинида. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся в следующих каточках. Да, кстати, ссылочка на ролик Шинида в описании, поэтому посмотрите, что мы там у него творили. Жуть какую. Всем пока. Да, там было тоже интересно. Да. Всем удачи, ребят, всем пока. Пока-пока.